Начинаем работу. Новая деталь. Ну как новая деталь? Пятая дверь или задняя дверь, кто как считает, кто как называет. Вот они вмятинки у нас. Вот они. Довольно приличные тут задние двери. Вот одна. Вот она. Вторая. Вот. Ну и так далее. Как мы видим, я пытаюсь зайчиков поймать. Вот, есть над чем поработать. Здесь почему-то, с этой стороны, просвет есть. А здесь взяли перегородку, поставили. Мстят нам, что ли? Вот нафиг она там нужна, эта перегородка, я не понимаю. Для чего, почему? На более современной модели этой же машины перегородок в этой части нету. Ну, так, значит, так делать с перегородкой. Ну что, начинаем работу. Тут вмятин немало. Надо работать, как говорится. Вмятинки приличные. О. Ну такая вот красота. Надо делать. Ладно. Вперед и спи. Вот для тех, кто смотрит мои видео постоянно, вот в таком вот антилампе получилось. Работаю я всего лишь второй день. Вот так провода не дергать. Я немножко вот здесь перемотал. Еще один грузик такой тоже. Килограмма полтора, наверное. Зяка весит. Это кондуктор. Я что-то делал, варил. Сделал кондуктор и по нему варил. Что-то там уже не помню. Уже лет 10, а то может и 15, и 20 прошло с тех пор. Да, 20. И как-то все жалко выбросить. Вот. Вот так вот провод заправил здесь изолентой, здесь. И вот это лишнее, оно не лишнее, просто, во-первых, провод подвытянул уже за время работы. Раньше он был вот такой вот, весь сонный, вот такой пружинный был. Это на всякий случай, когда он будет выдвигаться очень высоко, чтобы вот такой запасик был. Ну вот и все. Ладно, поехали дальше. Я обо всем по чуть-чуть расскажу. Видео отдельные некогда мне снимать. Какие вопросы поступают, стараюсь на них тут же и отвечать. Вот инструмент, которым я пользуюсь сначала. Я вот такой вот клюшечкой делал. Вот он ходит. Прекрасно, до сюда. И в принципе, как видно, тут уже несколько вмятин осталось. Уже тут их штук 7, 8, 9, 10 я убрал. И второй момент. Это вот такой коготь. Вот он крючок, он небольшой. Где-то 45-50 сантиметров, не больше. След был такой же вот. Я его сгинаю, разгинаю, как видно, по своему усмотрению. Вот такого он фасона у меня появится сейчас. И плюс вот такой. И вот такой вот. Первоначальная оправка. Очень даже хорошо. Вот. С таким окончанием шаровидным. Вот. Ну и опять же вот такие крючочки. Все это самоделочки. Очень довольно-таки хорошо идти на ими править. И опять же, еще раз повторюсь, это не аксиома. Вот крючок я сейчас подогнул. Он у меня был более плоский, он разогнут был вот сюда. Ну, вот с таким небольшим загибом был. Сейчас я этот хоть вот подточил. Не подточил, а подбил. Ну, в тиски и побил молотком. Вот, загнул подальше, поскольку у меня вот такая необходимость есть. Вот она вмятинка, ее еще надо достать. И как раз вот так коготь и будет доставать. Ну ладно, поехали дальше. Что ж, чтобы долго не заморачивать ни себя, ни своих зрителей, прошелся вот по верхней крышке ровно. Там какие-то мелочи, они тут, скажем так, неуместны. Переходим к следующей части. Вот. К
вот этой вот, потом уже к вот этой части. Здесь тоже не маленькие, небольшие, не маленькие, но как тоже там по 2 рубля, по 5 рублей, условно, диаметром, как 2-рублевые, 5-рублевые монеты, как бы не мелочи. Поехали дальше. Ну что ж, все те же самые инструменты. Вот, я чуть тут, вот чуть тут. Видно, да? Вот, и пошло. И пошло, и пошло, и поехало. Вот. Особо снимать времени сейчас нету, так что буду работать. Заходы тут есть, пару штук. Вот раз, вот два. Если чего-то не хватит, есть у нас конусные сверла. Есть чем, как говорится, поработать. Вот, продолжаем. Очередной вот этап нашей работы. Вот осталось вот здесь. И осталось вот здесь. И все. Остальное все уже, как видно. Ну и вот это вот. Ну тут вообще проблем. Вот тут практически вот эти две вмятинки. Вот в открытом доступе я пальцем даже лазил, вот они. Взял в руки пробойник, оперевся. Идем. Вот, практически уже можно сказать, я почти что выгнул, сделал, и вот это тоже. Ну, ладно, не буду, это все ерунда, как бы это мелочи жизни. Все это, кажется, вот берешь упором и вот так вот вводишь. Вот. На сегодня хорош. Вот. Вот это еще предстоит делать. Ну, будет день, будет пища.